Необе. Иди, посмотрим, что ты можешь делать. Профессор, что за создание? Сюда, Обе. Это мое последнее изобретение. Полное его название — Омега-бот. Поэтому я зову его Обе. Он опасен? Вовсе нет. Он даже помогает мне. Обе запрограммирован на выполнение голосовых команд и может выполнять разнообразную работу по дому. Ладно, проверим, как он справляется с простой уборкой. Я принес ведро грязи. Обе... Убери грязь. Да, он убрал грязь. Но с дороги. Он может убирать снег. Мне надо расчистить подъездную дорожку. Разумеется. Легко. Обе, давай с нами. Домашний любимец? Любимец? Раз уж ты здесь, Изи, то можешь понаблюдать. Обе, расчисти подъездную дорожку. Хорошо, Обе. Стоп. Обе, стоп. Наверное, он приморозил свою антенну. Обе, остановись. Остановись! Обе! Остановись! Стоп! Обе? Он исчез, профессор! Что ж, еще один эксперимент потерпел крах. Неужели? И как вы теперь, профессор? Вроде ничего. Но с этого момента не называйте меня профессором никогда. Мои дни изобретательства окончены. Окончены? Как же так? Еще один эксперимент, еще одна неудача. Я неудачник. Ты же понимаешь, мы должны для него что-то сделать. Что-то из ряда вон. Ладно, пойдем спросим Франклина. Да, похоже, дело серьезное. Если его не взбодрить, он больше никогда не будет экспериментировать и изобретать. Я знаю. В автокинотеатре сегодня научно-фантастический фильм. Да, это может его встряхнуть. Хорошо, это хорошая идея. Давайте встретимся вечером. О, вот она. Отличный фильм, а, профессор? Человеческого духа и таланта над превратностями судьбы. Простите, я на минуту, профессор. Думаю, мне нужно немного... попкорна. Теперь, когда кризис миновал, да, он ожил. Мы отлично проводим время с вами. Я понимаю, что была необходима. Сейчас вернусь, профессор. Когда он так тяжко болел, но теперь его ждут высоты научной карьеры, блестящее будущее. Профессор. Профессор. Вы безжалостный и к себе, и к нему. Человек. Мне всегда казалось, если хочешь кого-то подбодрить, надо проводить с ним время. Прости, Франклин, но... Он такой угрюмый, хмурый. Даже находиться рядом с ним очень тяжело. Что ж, это правда. Совсем не весело быть рядом с тем, кто хандрит. Но потому-то мы и должны помочь ему. Но как? Приведем в действие план Б. Встречаемся у моего гаража завтра утром. Мы здесь, Франклин. Как план Б? Надеюсь, он окажется лучше нашего плана А, когда мы сбежали от профессора в кинотеатре. Профессор больше не находит радости ни в своей жизни, ни в работе. Но ему так часто удавалось радовать нас. Как правило, случайно. Это не важно. Мы должны напомнить ему, сколько всего хорошего он сделал для нас. Завтра вечером мы будем поздравлять профессора. Майлз, ты будешь отвечать за организацию всего этого праздника, надеюсь. Будет сделано, Франклин, в самом лучшем виде. Сегодня мы чествуем нашего любимого профессора. Профессор
Каждый из нас хранит воспоминания о том, что вы сделали для нас. Давайте же вспомним некоторые из них. Ладно, все по местам, по местам. Вот так. Запуск ракеты. И, Джей, за тобой торжественное завершение. Жди команды. Я скажу. Метеоры. Метеоры. Я понял, Майлз. Ладно. Мы делаем это для профессора. Все должно пройти идеально. Музыка. Одно из изобретений профессора подарило нам прекрасные цветы. Автоматический разбрызгиватель был великим изобретением, профессор. Да, мне он удался. Да, и он участвовал в наших играх. Ну, да, запускали воздушных змеев, пока я не победил беднягу Джонни. Конечно, все кончилось хорошо. А кто из нас может забыть парад? Вообще-то это было смешно, но никакой моей вины в том не было. А кто может забыть шоу талантов на этой самой сцене? Ну да, в этом могла быть моя вина. Но опять же, вышло все очень здорово. Притормозите, никаких ракет на сцене. Пожалуйста, посадите свой корабль немедленно. Эй, офицер Смайли, что вы здесь делаете? Спасибо вам всем, было очень-очень весело. И особое угощение для профессора. Келли и Изи испекли для вас огромный торт. Посмотрите на этот чудесный торт. Оби, ты вернулся. Ну, тогда возьми торт. Думаю, Оби может понравиться торт. Он определенно не мясоед. Он метеор? Я сказал, он не мясоед. Метеор, пора действовать. О, боже, ты все испортил. Вообще-то, это очень весело. Несомненно, очень полезно посмеяться над собой. Время от времени можете называть меня профессором.